Стремительно приближается 90-летний юбилей нашего родного Ленинского района. В преддверии этой знаменательной даты глава муниципалитета Валерий Венцель приехал в гости к коллективу врачей Видновской стоматологической поликлиники. Встреча, по большей части, направлена на то, чтобы в очередной раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех вас за работу, за нашу совместную работу, за то, что вы на своем рабочем месте делаете все для того, чтобы в нашем муниципалитете было комфортно и жить, и получать определенного вида услуги. Традиционной частью таких визитов является чествование наиболее отличившихся работников. Всего памятные юбилейные медали в этот день вручили 24 врачам и медсестрам. Кстати, коллектив – главная гордость видновской стоматологии. Штат поликлиники насчитывает более 100 человек, из них 58 докторов. И каждый из них ежедневно оттачивает свое мастерство, использует самые актуальные технологии, чтобы наши зубы были здоровыми. Мы делаем все самое современное. Это касается и зубопротезирования, это и виниры, и безметалловая керамика, и имплантология. И лечение хорошими современными пломбами, лечение под анестезией. У нас стоят, в частности, рентгенология сделана таким образом, что снимки делаются в рентген-кабинете, и сделана полностью видеоразводка по всем кабинетам. И значит, нет необходимости носить в руках снимки, их не потеряют и не повредят, а зубной врач в любой момент может увидеть нужный ему документ. Такая картотека в электронном виде в видновской стоматологии уже 7 лет. Внимательно здесь относятся и к вопросу безопасности. Не с европейских стандартов стерилизации. То есть это автоклавирование, где происходит стерилизация под большим давлением и при достаточно большой температуре, связанной с водой и с вакуумом. На страже здоровья пациентов целых 5 автоклавов. Они с легкостью позволяют обслуживать более 10 тысяч человек. А именно столько людей каждый месяц приходит в видновскую стоматологию за безупречными улыбками. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.